дорога на Александров, уже свернули с Ярославки. Что в голове у Сёмы сейчас? В голове у Сёмы сейчас приглашение на встречу одноклассников Йошкар-Оле, моей благословенной. Пристанище моей книги, моего воображения, то есть все мое, вся моя литература происходила там, вот до нынешнего момента. Не знаю, может, я, когда я вернусь к своей писательской деятельности, может быть, я напишу про какой-то другой регион, но не знаю, что-то я сомневаюсь. Я пишу только про Мариэл. Вот, в общем, туда. И как и в 17-м году, ехать или не ехать? Ехать или не ехать? Вот. Так вот. Копируя святое существо, я вот так вот говорю. Мы двигаемся к Александрову. Пока, как видите, просто чудесная наша русская дорожка. Возблагодарим Господа, что мы не в Иерусалиме.